Привет, друзья! Я Юрий Тимощук, и вы находитесь на моем канале «Шарики и декор». Сегодня я вам покажу, как из одного шарика ШДМ сделать букву О. Поехали! Итак, я надул на шарик, в конце я оставил всего 4 пальчика свободных. Итак, вначале нам понадобится, как всегда, 2 маленьких пузыря, небольших, вот таких. Эти пузыри мы обвязываем своим же кончиком вот так вот, после чего этим же кончиком мы их обвязываем вот так. Есть. А дальше нам просто нужно определить размер. Так, я чуть ее сжимаю, чтобы буква О нашего лотка помягче. Нам нужно определить с размером. Ну вот я возьму примерно вот столько. Может, вот так вот будет достаточно. Сейчас скажу, сколько я взял. Так, 5, 10, 15, 20, 30. Ну, примерно 35-40, вот где-то так. Делаем скруточку на этом месте. Этой скруточкой мы цепляем просто за вот эту нашу штучку. Все, ну, очень просто. Лишний наш шарик мы просто обрываем. А вот этот кончик мы хорошенечко здесь прикручиваем, чтобы у нас не вышел воздух. Ну и ничего не развязалось, естественно. И чтобы ничего не было видно. Все, осталось хорошенечко все расправить. Вот. В принципе, тут и расправлять нечего. Чуть-чуть разве что форму дать букве О. То, в принципе, все, наша буква О готово. Подписывайтесь на мое видео по той ссылке. Также заходите просто на мой канал посмотреть видео по той ссылке. Сверху желтенькая ссылочка, если вы туда перейдете, вы посмотрите все видеоуроки, что касается букв из ШДМ, которые я делаю. Ставьте лайки, комментируйте. Всего хорошего. Ну и пока, ребята.